жизни, Борис Рыжий, с таким чистым голосом своим, таким прелестным голосом, которого, вот знаете, как по городской привычке, берешь его право, открываешь наугад, а там стихи, да? Ну, читаешь, ну и что надо, стихи закрываешь, неинтересно, да? А вот тут один раз я так вот так же наугад открыла, и думаю, боже мой, кто это? Борис Рыжий, тогда я первый раз его узнала. Ну, потом, слава Богу, появились сборники и прочее. Ангелы шмалялись по пустым аллеям парка, мы топтали ступу пруда. Молоды мы были, а теперь стареем, и подумать только это навсегда. Был бы я умнее, что ли, выше ростом, умудренный горьким опытом чудак, я сказал бы что-то вроде постум, как сказал однажды Квин Гораций Кларк. Но совсем не страшно, только очень грустно. Друг мой, дай мне руку, загляни в глаза. Ты увидишь в мире холодно и пусто. Мы умрем с тобою через 3 часа. В парке, где мы бродим, умирают розы. Жалко, что бессмертие не раскрыт секрет. И дождинки капают, как чужие слезы. Я из роз увядших соберу букет. Или хотелось музыки, а не литературы. Хотелось живописи, а не стиховой стопы имбической пионы и цезуры. Да мало ли чего хотелось нам с тобой. Хотелось неба нам, еще хотелось моря. А я хотел еще, когда ребенком был, большого светлого, чтоб как у взрослых горя. Вот тут не мучайся, и вот и получи. А после него осталось больше 1000 стихов.